Здравствуйте. Вот такая вот получилась красавица. Дверочка на Одессу. Все великолепно получилось. Фирменная накладочка на верхний замочек. Утопленная броненакладка на нижний. Усиленный монолит. 11 мм защита замков с внешней стороны. 6 мм сплошная с внутренней. Плюс дополнительно 6-миллиметровая каленая пластина на нижний замок и 2-миллиметровая на верхний. Внутренняя сторона тоже очень стильно получилась, очень красиво. Установлен временный строительный цилиндр. Также вы получаете постоянный токос. Все очень красиво, аккуратно. Наличничек очень толстый. Отверстие под ригеля, под сигнализацию. Вот такая вот красавица получилась.